С раннего утра и до 12:30 по телефону областной станции скорой неотложной помощи поступило 125 вызовов. И это только начало. Сегодня на станции скорой неотложной помощи дежурит 31 бригада. По словам старшего врача смены Айжана Манжоловой, из трех десятков машин скорой помощи с утра три автомобиля оказались не на ходу, а все из-за плохих дорог. В итоге ломается весь график. Медработники приезжают на вызовы с опозданием. С утра, вот с ночи, несколько машин уже сломались. И там по мелким ремонтам, вот с утра час-два у нас несколько машин, 2-3 машины стояло. Сейчас вот с больным еще машина сломалась по дороге. И вот эти поломки вообще связаны с погодными условиями. Там дороги очень плохие, и машины ломаются, ремонтируют, выходят. В основном к медикам сегодня поступают обращения с жалобами на повышенную температуру у детей, были обращения из-за давления, проблем с сердечно-сосудистой системы. Также были пострадавшие в ДТП, которое произошло утром на мосту в Заречном. Водителя автомобиля с легкими травмами отправили в БСМП. В напряженном режиме проходят праздничные дни и для сотрудников полиции. На усиленный режим полицейские перешли 16 марта и сохранится он до 23 числа. В городе проводятся рейды. С раннего утра сегодня перекрыт участок проспекта Абылхайрхана в районе парка имени первого президента. В связи с празднованием праздника, значит, Наурыз Мейрамы, лишь состав, значит, переведен на усиленный вариант несения службы. В связи с перекрытием, значит, вот проспекта Абылхайрхана, в местах празднования, где установлены юрты, в общем, во всех местах празднования, в парках, усиленный вариант несения службы, выставлены дополнительные, значит, патрули дорожно-патрульной полиции для обеспечения общественного порядка. Врачи скорой неотложной помощи и сотрудники полиции напоминают актюбинцам, что в праздничные дни не стоит злоупотреблять алкоголем. Необходимо быть предельно осторожными, чтобы не пришлось Наурыз отмечать в больнице или в других учреждениях. Айшат Ибрагимова, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».